Привет всем, меня зовут Лена, и этим летом я еду в Канаду. Что это такое? Это билеты. Да, я уже их заказала. И именно 28 числа, я еду в Канаду, ду-ду-ду. Так вот, хочу сказать, что сначала я еду с Киева, потом в Париж, потом в Монреаль и Ванкувер. Что я ожидаю от этой поездки? Прежде всего, это новые знакомства, новый багаж знаний, усовершенствование языка и куча эмоций и впечатлений. Хочу большое сказать спасибо организаторам проекта за то, что дали такую замечательную возможность посетить Канаду, познакомиться с культурой, обычаями и новыми людьми. И еду я, конечно же, не с пустыми руками, а подарками. Сейчас я вам их покажу. Надеюсь, что канадцам понравится. Вот такой у меня чемодан. Большой. Можно и самой спрятаться, конечно. Вот такой. А сейчас я наслаждаюсь видом из моего окна. Потому что дома я не буду 3 недели. Посмотрим, что тут у нас. Надеюсь, сделаю большое количество фоточек. Заходите на официальный сайт studentland.ua и, как написано на сайте, наслаждайтесь молодостью. Также советую вам посетить сайт Discover Canada Tours Live the Adventure. Это мой спонсор. А это я. Follow us everywhere you can. Bye.